Государству и бизнесу нужны единые партнерские стандарты. Правительство России сегодня рассмотрело проект федерального закона об основах государственного и частного партнерства. 60 субъектов федерации уже приняли аналогичные региональные законы, и теперь нужна общая нормативная база. Еще один вопрос из повестки дня Кабинета министров — госпрограмма энергоэффективности. Подробности узнаем у нашего корреспондента Марии Зайцевой. Сейчас она на прямой связи со студией из Дома правительства. Мария, добрый день. Добрый день, Татьяна. Итак, какие изменения ожидает российский топливно-энергетический комплекс? Каких-то кардинальных коренных изменений здесь не планируется.